Приветствую вас, уважаемые партнеры! В этом видео я покажу, как зарегистрироваться и оплатить площадки X-Profit с вашего устройства Android. Первым делом нам потребуется мобильный кошелек, но не обычный, а с поддержкой специального DApp-браузера. Один из таких кошельков называется Trust Wallet. Я установлю его из официального магазина Google. Ссылка на приложение будет в описании к этому видео. Итак, скачали приложение и открываем его. Я буду регистрировать новый кошелек, поэтому нажимаем на кнопку «Создать новый кошелек». Ставим галочку на пользовательском соглашении и нажимаем «Продолжить». Перед тем, как система покажет нам секретную фразу, нас предупреждают, что в случае утери этой фразы мы рискуем потерять доступ к своему кошельку. Устанавливаем галочку и нажимаем «Продолжить». К сожалению, при записи видео с экрана Trust Wallet блокирует отображение секретной фразы, поэтому показать ее вам в кошельке я не смогу. Это сделано специально для безопасности пользователя. Секретная фраза состоит из 12 слов, но чтобы вы наглядно понимали, как она выглядит, я скопировал ее в блокнот. Как вы понимаете, это мои слова, а у вас будут ваши слова. Секретная фраза – это ваш приватный ключ, который потребуется для восстановления кошелька, если вы потеряете к нему доступ. Запомните, администрация Argos никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит у вас эту фразу. Храните свою фразу надежно, никому не показывайте и не потеряйте. После того, как вы скопировали слова, система попросит вас подтвердить правильную последовательность слов. Ничего сложного в этом нет, я уверен, разберется любой новичок. Итак, наш кошелек готов. Я сразу скопирую его адрес, чтобы он был под рукой. Жмем кнопку «Копировать». Я снова возвращаюсь в текстовый документ и вставляю адрес кошелька. Сейчас я поставлю видео на паузу, пополню баланс кошелька и после этого продолжу. Готово, деньги на балансе. Далее нам необходимо зайти в DApp-браузер. Иконка этого браузера находится внизу страницы. Нажимаем на нее. Я буду регистрировать новый аккаунт, поэтому в адресную строку вставляем реферальную ссылку человека, кто пригласил вас в проект. Открывается страница регистрации. Очень важный момент. В правом углу страницы необходимо переключиться на сеть Smart Chain. Для этого жмем на иконку Ethereum и в открывшемся окне переключаемся на Smart Chain. Готово. Возвращаемся к регистрации. Заполняем анкету. Указываем email. Далее вводим адрес BNB кошелька Trust Wallet. Придумываем надежный пароль и вводим его дважды. Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Готово, мы в кабинете. Сейчас я активирую первую площадку. Нажимаем кнопку «Купить». В моем случае я выбираю кошелек Trust Wallet. Нажимаем кнопку «Купить». Открывается окно транзакции. Мы видим сумму перевода, то есть стоимость первой площадки в BNB на момент оплаты. Нажимаем кнопку «Одобрить». Сразу скажу, в мобильной версии сайта площадки активируются чуть медленнее, чем в браузере на вашем компьютере. Поэтому ни в коем случае не паникуйте, если кнопка «Открыть площадку» появится с небольшой задержкой.
Обычно это происходит в течение минуты. Обновляем страницу. Готово. Площадка активирована.